20 сентября в актовом зале городской мэрии прошло заслушивание отчета о готовности к осенне-зимнему периоду управления коммунального хозяйства. В работе собрания приняли участие глава города Хасавюрт Зайнутдин Акмазов, курирующие заместители главы администрации, начальники отделов и управления аппарата администрации города. Основным докладчиком выступил главный инженер управления коммунального хозяйства Султанпаша Саидов, который зачитал отчет о проделанной работе. Определен срок окончательной подготовки сдачи паспорта готовности городского округа до 15 октября 2017 года. При проверке, значит, такая картина стоит на сегодняшний день. Жилищный фонд многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа города Хасавюрт, общей площадью 371,8 тысяч квадратных метров, по состоянию на 20 сентября 2017 года подготовлены к работе зимний период 189,6 тысяч квадратных метров, что составляет 51%. В своем отчете Саидов отметил, что сформирована комиссия по реализации плана работ по подготовке к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день готовность жилого фонда по городу Хасавюрт составляет более 50%. Проводятся профилактические работы по городским котельным, сказал Саидов. О положении дел в организации Горводоканал, МУП «Хазблагоустройство» и управляющей компании «Спецсервис Контроль М» рассказали представители предприятий. Дома, которые находятся под управлением спецсервис контролем, даже завтра готовы встретить зиму и отопительный сезон, у нас таких проблем нет, кроме как отдельные моменты, то есть, скажем так, кто-то перепланировку делал у себя дома и отрезал весь стояк, кроме таких индивидуальных моментов у нас практически все готово. Работу отдела прокомментировал заместитель главы администрации Шамсудин Халитов, сделав акцент на необходимости привлечения средств для проведения более уверенного подготовительного процесса. Халитов также выразил необходимость активизировать работу по сборам платежей за предоставляемые услуги, отметив, что многие предприятия находятся на самообеспечении и для качественной работы нужна хорошая материальная база. Значит, как он сказал руководитель ГЕКС, дайте дефектно, у вас сроки есть, даже не до 1 числа раньше им дайте. Но эти ремонтные работы, уважаемые, вы будете делать за счет своих собственных средств, потому что вы акционерное общество. С бюджета вам ни одну копейку никто не даст. Это уголовное преступление. Глава Хасавюрта Зайнутдин Акмазов подчеркнул, что все подготовительные работы необходимо полностью завершить в установленные сроки. Несмотря на ряд проблем, требующих финансовых затрат и времени, к наступлению холодов город должен быть полностью готов, подчеркнул Акмазов. В завершении собрания была зачитана постановляющая часть, в котором говорилось о недостаточности проведенных работ и принятых мер. Были подробно расписаны рекомендации по каждой службе и установлены предварительные сроки исполнения. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».